Архангельске он был. Мы на встрече друг другу, я так говорю, я двое суток, второй суток не спал. А чего она такая вообще жуткая? Она болеет. Такой едет маленький, собака, да? С Архангельска. С Архангельска ты везешь? Димаш. Димаш. Это имя родилось потом. А сначала был звонок от человека, который работал в лохматой душе почти 2 года, но потом уехал. Уехал далеко, аж в Архангельскую область. И вдруг внезапный звонок. Тетя Валь, я зверя нашел на дороге. В крови и без сознания. А у нас здесь рядом нет ни клиник, ничего. Выходные и некуда даже отвезти. Парня звали Дима. И, разумеется, я сразу сказала: Дим, я готова помочь, но как? Дмитрий сказал, что он погрузит на фанеру собаку, положит ее на заднее сиденье, что он готов выехать. Ребята, я позвонила Эдику, с которым тоже работаю уже почти 10 лет. И он выехал навстречу Дмитрию. Расстояние было огромным. Но 2 водителя, 2 человека мчались сквозь ночь, чтобы спасти жизнь собаки. Они встретились. Мальчика перегрузили. Спасение в дороге шло 2 суток. Все эти дни Дима делал уколы, антибиотик и витамины. Те, которые я ему сказала уколоть, плюс обезболивающие и димедрол, чтобы немножечко облегчить собаке жизнь и путь. Так Димаш, которого потом случайно переименовали в Димара, оказался в Липецке. Его сразу осмотрели. У мальчика, слава богу, лапы и таз оказались целыми, а вот ребра, ребята, сломаны. Огромный кавказец, страшный, истощенный. Если его сейчас обрить, там будет просто скелет. Морда порезана, чем, не знаю, но носик у него разрезан напополам. И тем не менее, пес ласковый и добрый. Ребята, перед вами Димар. Молодой. Возраст приблизительно 2 года. И это чудо, что на его пути встретился такой человек, как Дима. Сейчас Димар находится под наблюдением. Получает антибиотики, витамины. Потихонечку выводят его на улицу, потому что он отказывается в помещении ходить в туалет. Постанывает, но идет. Ребята, перед вами Димар. Этот ролик я хотела создать о корме. О том, что его нет. И нет денег оплатить клинику. Зато есть прекрасные, замечательные люди вокруг. Это вы. В далеком Архангельске есть Димка, замечательный парень, который, не глядя ни на что, просто собрался и поехал. Махнул на все, ребят. А сколько таких замечательных парней, ребята, вокруг нас. И не только парней, и вас, мои дорогие, несмотря на ваш возраст. Сколько же вас вокруг настоящих, хороших, добрых, хороших. Добра вам, мои родные. От всего сердца, от всей лохматой души. Добра вам, люди. Счастья, благополучия, добра. И спасибо за тот же вас, что вы отзываетесь, когда мы протягиваем к вам лапу за помощью. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо.